здравствуйте сегодняшний герой нашего ролика самый незаметный но очень важный элемент дымоходной системы уплотнитель кровельных проходов мастер flash дымохода через крышу неизбежно связан с проделыванием отверстия под трубу. И место выхода дымохода в кровле необходимо защитить от атмосферного воздействия. Проще говоря, герметизировать. Раньше, вот прям совсем давно, для печников это была настоящая головная боль заделать место прохода. Сейчас же существуют изделия из современных материалов, которые позволяют без особого труда надежно герметизировать место выхода трубы из крыши. мастер Flash работает по принципу манжеты. У него есть плоское основание, фланец для крепления к крыши и гофрированный рукав с отверстием. Фланец в зависимости от типа мастер Flash бывает либо с цельным алюминиевым основанием, покрытым цветным силиконом, либо полностью из силикона, с алюминиевым кантом по периметру. Кстати, последний вариант это Master Flash Profi, интересен тем, что его удобнее монтировать на фигурные поверхности, например, на крышу из металлочерепицы. Дополнительный слой силикона создает более плотное прилегание к кровли, но и в этом случае для гарантированного результата лучше всего место стыка промазать каучуковым герметиком. Для владельцев свежепостроенных деревянных домов мастер Flash настоящая находка. Эта штука не боится деформации и прекрасно переносит усадку дома. Как только вы заметите, что мастер Flash натянулся, его можно слегка подправить, спустив чуть ниже по трубе. Вообще монтаж мастер флеша довольно прост. Никаких экзотических инструментов он не требует. Важно обеспечить плотное прилегание его к крыше и надежную фиксацию. Эластичность материала позволяет применять мастер Flash для труб разного диаметра, на крышах с практически любым уклоном. Например, тот же Master Flash номер 2 профи подойдет под трубу диаметром от 180 до 280 мм и для крыш с углом ската от 10 до 45 градусов. Стандартный Master Flash номер 2, он, если так можно сказать, чуть более универсален. Диаметры те же, а вот угол от 20 до 55 градусов мастер Flash номер 8 подходит для прямой, то есть горизонтальной кровли. Угол от 0 до 20 градусов, область применения самая разная. Гаражи, беседки, крыши домов современного дизайна, да все что угодно. Кстати, есть еще мастер Flash номер 1. Он под самые тонкие трубы. И у некоторых может возникнуть соблазн установить его на монотрубу. Делать это категорически нельзя из-за температурных ограничений, о которых расскажу прямо сейчас. Материал, из которого изготовлен Master Flash, очень прочный и эластичный, абсолютно не боится атмосферных воздействий, выдерживает значительные перепады температур, холода он тоже не боится, так что монтировать его можно даже зимой. Да, материал чаще всего силикон, он выдерживает температуры примерно до 250 градусов, либо бывает материал EPDM резина, но у нее температурный диапазон чуть ниже, где-то до 150 градусов, а то и меньше. Соответственно, применять такие красивые и удобные изделия можно только если дымоход собран из элементов типа сэндвич. Либо это труба вентиляции, то есть тогда, когда температура стенки трубы довольно низкая. Также мы рекомендуем устанавливать мастер флеш только после третьего модуля трубы типа сэндвич, так как даже в этом случае температура внешнего контура трубы может быть существенной. Особенно это актуально для мощных банных печей и печей каминов. Кстати, в нашем ассортименте есть еще кровельный проход. Его конус изготовлен из нержавейки, а основание из алюминия. Это чуть ли не единственный вариант для монотруб, хотя и для труб типа сэндвича его тоже применяют. Особенно в случаях, когда требуется закрыть довольно большое проходное отверстие. Только для защиты от осадков к нему нужно будет докупить вот такую яучку. Фанец. В начале ролика я сказал, что мастер Flash не только незаменимый элемент дымохода, но и незаметный. Незаметный, потому что подобрать его можно в цвет кровли. В магазинах Fornax представлены мастер флеши всех самых популярных цветов. Красный, черный, зеленый, синий, серый. В общем, на любой вкус. Если сомневаетесь, какой мастер флеш подойдет вам лучше всего, то обращайтесь к консультантам в магазинах Farnax или в чат поддержки на сайте farnax.ru. Там же на сайте есть калькулятор дымохода, которым можно воспользоваться для проектирования своей дымоходной системы. Ваши вопросы ждем в комментариях и в наших социальных сетях. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья. Счастливо!